Следующая композиция называется «В стране». Будет у нас китайская кукуси. Ну, знаете, все инструмент, да? Знаете, что это прародительница всех гармоний. Говорят, что европейцы разобрали китайские кукуси. И язычковый метод применили к изобретению иных гармошек, а потом впоследствии всех аккордеонов, баянов. Вот это вот, что началось с китайской этой дудочки.